Всем привет! Меня зовут Наталья Пегилова. Я восточно практикующий астролог. Люблю все методы, которые рекомендую проверить на себе. Мы поговорим о благоприятности дат. Впереди нас ждет с вами непростой месяц деревянной козы. И поэтому использование даты, хороших дат для ваших каких-то дел. И наоборот, когда вы в неблагоприятные даты себе дадите возможность отдохнуть, хорошо отдохнуть, принесет вам какую-то, как сказать, удачу, снимет напряжение и сделает этот тяжелый месяц непростой, легче и в моральном, и в материальном плане. У нас приходит месяц деревянной козы. Да, и у нас сейчас идет год быка, то есть нас ждет какая-то турбулентность. Люди, рожденные в год козы, люди, рожденные в год быка. Все зависит, конечно, и от дня рождения вашей стихии личности, да, но начнется однозначно турбулентность для всех. Пожалуйста, ваши эмоции держите при себе. Есть возможность уйти в отпуск, идите отдыхайте. Зная, что такой будет непростой месяц, больше отдыхайте. Находитесь, возможно, у воды. Коза придет сухой месяц, лучше находитесь у воды. Да? Не говорю, что загорать нужно, но плавайте как-то, да. Может быть, душ, водные процедуры. А будет какой-то негатив, понимаете? То есть какая-то неудовлетворенность, возможно, да. И вот вы уже должны предполагать эти эмоции. Как раз вот если вы будете назначать и использовать календарь с благоприятными датами, заранее вы продумаете, ага, вот, допустим, у меня сделка, купли-продажи, там, недвижимости или там договор с таким-то клиентом. Я, пожалуй, такую важную встречу назначу благоприятный день, да. Даже, например, если у вас назначен поход к врачу, и к врачу вы попадете в день личного разрушителя или в день, который неблагоприятен для посещения больниц, да, то в этот день вы можете, например, подхватить какую-то инфекцию и заболеть, да, и потом вы будете очень долго лечиться и потратите деньги. Поэтому все эти нюансы расписаны для вас в календаре. Календарь, он личный, персональный для вас. В нем очень много информации, в которой вы можете запланировать. В любом случае, если вы давно хотели попробовать что-то такое, да, интересное, окунуться в астрологию, то как раз у вас и есть сейчас вариант попробовать. Тем более, как говорится, это все доступно. В общем, до новых встреч. Всего вам хорошего. Надеюсь, месяц козы вам принесет радость, счастье и возможности новые заработать. Пока!